отличные номера, буду как министр ездить. Возможность, пусть и понарошку, почувствовать себя крутой шишкой появилась у любого автолюбителя республики. Только сегодня десятки человек в городах Татарстана прикрутили к своим машинам так называемые зеркальные и другие номера, раньше считавшиеся атрибутом богатых и знаменитых. Я как бы раньше считал то, что номера должны быть неприметные. Зачем это как бы лишнее? Я сейчас думаю, ну, попался, хорошо, отлично. Меньше будет думать, тормозить вас теперь? Нет, конечно же. Как это должно влиять? Турок Саид Гювен сегодня получил из рук автоинспектора номер с цифрами 001. Для иностранца это стало полной неожиданностью. Это сюрприз мне буду, это мне. Я думал раньше такой номер. Вот это сегодня, и вообще я ничего не сказала. И это мне сюрприз будет. Но считается блатной, да? Да, конечно. Уже три дня во всех отделах ГИБДД республики выбором цифр для номеров занимается не человек, а машина. Компьютерная программа из каждой пятерки номеров выбирает случайную комбинацию цифр без определенного порядка и случайным образом. Переделать номер повторно уже нельзя. Этот вопрос необходимо было решать, потому что есть все-таки какой-то определенный человеческий фактор, и те обвинения, которые в адрес ГИБДД у нас высказывались, о том, что эти номера, так называемые блатные номера, присваиваются, значит, мы решили, значит, этот вопрос оставить на совести генератора случайных чисел. Ожидая исход своеобразной лотереи, автовладельцы заметно нервничают. Многие желают получить определенную комбинацию цифр, будь то день рождения ребенка или памятная дата. Хотелось бы, ну, чтобы был сочетаем какой-нибудь с предыдущей машиной. Нам очень хотелось, чтобы семейные номера были, как у нас у всех прежних владельцев. Но вот говорят сейчас подбором... Случайным подбором чисел. В госавтоинспекции отмечают, что теперь работа сотрудников намного упростилась. При выборе номеров не приходится ломать голову. За них все делает техника. Марсель Нургатин, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».